сердечно. С годом новым и Рождеством Христовым, мои друзья, я поздравляю вас. Каким для нас он будет, загадывать не будем. Пусть Бог хранит во всякий день и час. Желаю в году новом, чтоб все были здоровы, а семьи Божьей милостью крепки, чтоб каждое мгновенье Христа благословенья вы получали из святой руки. Пусть хлеб будет в достатке, страна наша в порядке, а на душе спокойно и светло. Чтоб мирно все мы жили, в собрания ходили, несли друг другу радость и тепло. Пусть Бог наш прославляется, а церковь умножается, хранит в себе любовь и чистоту, чтоб через Божье Слово спасение основу мы приводили души ко Христу. Дни жизни исчисляя, быть мудрыми желаю, ведь времени настала полнота, чтоб в этом году новом мы были все готовы к пришествию Спасителя Христа. Аминь. Псалом 50, 12 стих. Это пожелание для себя в первую очередь и для вас. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Да благословит нас всех Господь. Аминь.